Закаты, рассветы и не только. Пастелью на холсте. Анна Назарова уже впечатлилась и сейчас расскажет. Эта выставка уникальна еще и тем, что здесь не только сами работы Владимира Клопова, но и часть его жизни. Мы показали все его работы, мы показали его письма, его фотографии и, конечно же, каталоги его выставок. Владимир Клопов жил и творил в Калину. В этом году ему исполнилось бы 135 лет. К этой дате как раз и открылась эта выставка. Я очень много слыхал о Клопове, но так близко его работы мне разглядеть не удавалось. То, что есть в музее у нас, в краеведческом, это маленькая толика того, что хотелось бы увидеть. При жизни Владимир Клопов часто дарил свои картины друзьям и близким. Хотя не раз его работы вместе с художниками-современниками выставлялись в Петербурге, Москве, Новгороде и, конечно же, Клину. Картины совершенно необыкновенные, очень светлые, очень позитивные. И даже мотивы вечерние, зимние, они не наводят грусть, а показывают красоту нашего края, какая красивая у нас природа. Выставка картин Владимира Клопова будет идти еще целый месяц. Экспозиция расположилась в Краеведческом музее. Анна Назарова, Наталья Красавина, Новости дня.